Друзья, здравствуйте! Сейчас на дворе апрель месяц, и хотелось бы снять небольшое видео, так как цветущих у меня сейчас интересных не очень много. Добавила фаленопсисов, ну, для общей картины. Но мое видео более направлено на цветение, показать шамбурки и людоманианы. Вот вы видите ее цветение, соцветие. Вы видите его только часть. Вот она, я приближу. Ну, вот такая вот красавица с необычными цветами закрученными. Растение, которое требует много солнечного света, достаточно крупное. Высота цветения вместе с самим растением достигает 1,5 метра. Вот внизу вы видите само растение. Растение крупное, большое, сидит смесь мха и коры. Поливается по просушке. Ну так вот, вернемся к цветам. Честно, я ждала аромата, но я как-то его не услышала. Может, для меня как-то не схож ни с чем. Ну, наверное, он должен иметь. Она должна иметь аромат. Вот такая вот. Я сейчас попробую подойти поближе к растению. Цветы. Ну вот, на фоне руки где-то 8 сантиметров. Но так как цветы у нее достаточно тоненькие, поэтому кажется, что цветочки маленькие. На цветоносе я посчитала 13 цветков. Ну, хотя соцветие вот смотрится достаточно массивным. Мне лично цветы очень понравились. Ну, интересно всегда наблюдать за цветением необычных орхидей, которые имеют какие-то лепестки, какой-то другой форму цветения. У меня когда-то цвел дендробиум спектабеле, так вот где-то на уровне тех ощущений, потому что у него тоже цветок, который закручен, у него лепестки. Это тоже было очень красиво, хотя и достаточно необычно, как для орхидеи. Ну, в общем, вот такая вот красавица зацвела. Дальше у меня здесь фаленопсис попкорн. Многие его видели, он часто на видео попадает. Здесь у меня растение с передержки, дендробиум. Дендробиум австралийская селекция, вернее, американская селекция австралийских дендробиумов. Я сейчас бирочку достану. Вот, 81-42. И очень красивый цветок получился, достаточно крупный. Цветет моя самая первая, самая старая ванда, Robert Delight Black. Большие крупные цветы. Цветет мой башмак Белатулум. Мне несказанно повезло, когда он у меня расцвел. Это был очень красивый башмак. И достаточно редкое, что было такое количество пятнышек. Ну, покупала я его очень давно, наверное, на заре того, как я начала заниматься орхидеями. Поэтому я оставила себе одну розетку, дальше буду растить. Здесь фаленопсис какой-то, мне его кто-то подарил. Ну, он так и остался в теплице, растет. Засниму сюда еще цветение дендробиум фармери. Дендробиум фармери пахнет просто потрясающе. Вот это самый лучший запах, вот, который я слышала от дендробиума. Запах весны, запах парфюма. Ну, что-то очень нежного такого. Некоторые цветочки уже начинают вянуть, потому что у меня начинают много летать пчел и шмелей. Поэтому они начинают вянуть. Ну, пока еще. Этот дендробиум, который у меня цветет 4-5 раза в год. Здесь доцветает вот такая вот котлейка, тоже гибрид на шамбурке. Цветочек красивый, но немножечко вот, как-то, если так перевернуть, то на велоцей даже похож. Ну вот бирочку я поставила, что гибрид достаточно сложный. Как обещала показать цветение клавезии, ну у меня 3 цветоноса отцвело, тяжело было поймать, осталось 6. Вот. 3 с этой стороны и вот с этих сторон. Красивая, тоже очень ароматная, но аромат у нее сильный, сильный пряный аромат.
Ну, я в восторге, честно. Растение клавезия шикарное. Здесь фаленопсис, я запомнила название, попугай. Ну, красивый. Ну, цветет постоянно у меня. Так, и кис Монинглори, котлейка. В этот раз у нее с одного цветоноса она цветет. Ну, неприхотливое растение, хорошо цветет. Красивое. Ну, что-то вот в прошлый раз у нее чуть было красивее цветение. Сейчас какое-то оно не очень. Но по растению не нравится ему в глиняном горшке. Лично в моих условиях. У меня достаточно сухо, сухо летом и жарко. И кора, и глиняный горшок. Я вообще стараюсь уже избавляться, пересаживать вот, вот такие пластиковые. Для моих условий они подходят лучше. Ну, все равно цветение у нас есть. Ну, и на заднем плане я специально повесила дендробиум. Цветет уже больше месяца. Это когда он попал в прошлое видео. Это дендробиум пендулум. Все цветет, даже не собирается увядать. Ну, вот такой вот обзор, который посвящен шамбурке ледоманиану. Мы к ней вернемся, к этой красавице. Очень даже мало видео с цветением ее. Ну, необычная. Необычная, красивая орхидея. Ну, кому было интересно посмотреть, спасибо, что порадовались вместе со мной. Пока-пока!